Сегодня у меня на обзоре 4 незаменимых вещи с AliExpress, без которых не обходится ни одна моя рыбалка на фидер или донку. Первый инструмент нашего обзора – это рыболовные ножницы. Ножницы спрятаны в чехольчике, они подпружинены. Очень удобно ими резать как леску, так и шнур. Вот, например, возьму кусочек лески, берем и отрезаем. Опять берем и отрезаем. Опять подпружиниваем, вставляем в чехольчик. Поэтому нигде вы не уколитесь, не поранитесь, ни что они у вас не проткнут, если вы их кладете в карман, там, в сумку, даже в одежде. Все спрятано, никаких остриев, нигде не можно повредиться, либо повредить ткань, еще что-нибудь. Стоит копейки нож, всем советую. Берите, очень нужная вещь. Второй инструмент на нашем обзоре – это рыболовный петлевяз. Аналогично, стоит копейки, вы можете его купить либо в ближайшем рыболовном магазине, либо опять-таки заказать на сайте AliExpress. Как он устроен? С одной стороны у нас петлевяз, с другой стороны у нас находится экстрактор, чтобы достать крючок из, назовем культуру, ротовой полости рыбы. Так, как он вяжется? В YouTube куча роликов, где показан, как им пользоваться. Ну, я вам в наглядности покажу. Берем вот так, дважды соединяем на пальчик, вот так, чтобы у нас получилось. Берем петлевяз, заводим сюда, проворачиваем один раз, заводим, смотрим, лесочку сюда заверх и тянем, оп, это место обязательно смачиваем перед затяжкой и вот так затягиваем, притягиваемся и получилось у нас петелька, завязанная узлом восьмерка. Так, ну и опять-таки используем рыболовные ножницы. В этом случае их очень удобно. Берем и отрезаем. Вставляя буквально конец 1-2 мм длиной. Я думаю, видно. Петелька маленькая, но для поводков в самый раз. Так, с другой стороны экстрактор. Практически нигде не показано, как им пользоваться. Ну и некоторые недоумения, в том числе я был одно время, пока мне не показали. Для чего он нужен и как использовать его? Как его использовать? Для чего он нужен, как его использовать? Вот у меня есть, к примеру, крючок. Рыба проглотила крючок очень глубоко, и вы не можете достать. То есть вы можете достать, но порвете весь рот. Берем экстрактор с этой стороны, заводим по крючку, проталкиваем, освобождаем изнутри и вытягиваем крючок уже наружу. Вот таким образом. Третий инструмент нашего обзора – это крючковяз. Очень тоже удобная вещь, состоит из части для крючковяза и такой потай двойной иглой. Очень удобно вот этими иголочками подбивать всякого вида узелочки, петелечки, разводить их, ну и развязывать в конце концов. Даже крючки из коробочки очень удобно доставать, проверено лично. Рукой бываешь не тот берешь, либо не за то берешь, этим аккуратненько поддел и вытянул нужный тебе крючок. Так оно прячется, закручивается. Корпус металлический, алюминиевый, добротный. Как им пользоваться? Есть зажимная гаечка такая. Ее закручивают, как видите, губки прижимаются. Вот эти дужки ходят практически свободно, с небольшим натягом отверстия. Так, пока разведен их. Берем крючок, который я ранее показывал. Вставляем жалом к себе, заводим петлевяз и тихонечку зажимаем.
сильно не надо зажимать, оно более-менее держалось. Дальше берем отрезок лески. Продеваем этот отрезочек ушко крючка. Заводим леску за два штырька. Делаем натяжечку и накручиваем. Плотненько, чтобы круточка была максимально близко друг к другу. Ну, 4-5 раз я накручиваю. По окончанию заводим за большую дужку и опускаем. Дальше просто тянем. Оп. Смачиваем опять-таки это место плюнкой вот это. Плюнкой, водичкой. Ну, обычно слюной на рыбалке. И тянем. Все. Вытянули. Завязочка, видите, как аккуратненько легла. Надеюсь, видно на крючочек. Ну и подтянуть его надо. Чтоб не пораниться, не загнать себе крючок в палец, я делаю так. Задеваю за тушку и просто втягиваю. Немного подтянул, все. Освобождаю с дужки. Так. Опять-таки беру ножнички и подрезаю. Вот у нас получился аккуратно завязан крючочек. Теперь мы его обрезаем. Если уже опять берем петлевяз, делаем петелечку, оживляем. Раз прокрутили, задели, затянули, смочили это место, опять здесь. Затянули, ножнички взяли, срезали лишнее, и вот у нас готовый поводочек с крючком. Быстро и удобно. Так что, ребят, всем советую. Ссылочки я оставлю под описанием к видео. Три незаменимых вещи. Ну и как дополнение купил для себя вот такую вещичку. На пальчике его назвал. Это пока в сторонку. На пальчик я забросил, чтобы не порезаться об леску при забросе, либо шнур. Ну, об шнур, конечно, более вероятнее порезаться. Ловлю на фидер, на катушке намотан шнур, и при забросе, ну, бывает больно, так аж режет палец, поэтому очень удобно. Надеваю на указательный палец, на пальчик, на запястье зажимаю липучечко. Удобно работать. С другой стороны у нас такая прорезиненная тканевая основа. Кстати, очень плотная, ничего не режет, ни леска, ни шнур, не прорезает, даже не вижу насечек там на пальчике. И вот таким образом, вводя леску за палец, закидываю. Всем советую, купил и ни разу не пожалел. Очень нужная вещь, поэтому, видите, ссылку опять я оставлю под видео. Стоит недорого, ну, незаменимая вещь, для шнуров так точно. Вот самые незаменимые вещи в моих рыбалках. Все, всем спасибо за просмотр. Пока, не включайте дурака, ставьте лайк. Надеюсь, видео было полезным.